Всем привет, вы находитесь на канале Фастгор ТВ, и добро пожаловать в Skyrim. Sky, мы с вами продолжаем. Новое задание Темного Братства, одно из уже последних, которые мы получаем на этом этапе. Маркарт, что хорошо, потому что не так далеко. Аркантамс тут совсем рядом. Мы там получали про него информацию из книги, если я не ошибаюсь. Да, в общем-то, сразу идем. У нас такие отношения с Темным Братством. Получил задание, пошел, выполнил, вернулся. Получил новое задание, пошел, опять выполнил. И так просто до бесконечности. Но теперь у нас есть Тенегриф. Где он, кстати? Хороший вопрос. Слушай, тут по карте показывает, что прямо вот около нашего убежища располагаются какие-то руины нордские. Насколько они вообще... Что это? Придорожные руины. Оу, что это было? А, это Сприган, потрясающе. Он знает, что я здесь или нет? Он знает, что я здесь. Это грустно. Клинок. Просто клинок Цицерона. Кстати, наверное, я хочу, знаешь, как сделать? Вот сюда двойку. Это в левое, это в правое. Мы так будем больше видеть кинжал. Просто отлично сработавшие эффекты. Идеальный пожар. Ну, напомню, что мы получили кинжал улыбку от Цицерона, и он просто имеет шанс одного рандомного эффекта на ударе. Правда, учитывая, сколько я потратил зарядов уже сейчас, я не думаю, что это надолго. Но, тем не менее, тут что вообще? Есть какие-нибудь сундуки? Не знаю. Во-первых, полный каталог чар для оружия. Это, видимо, зачарование, да, не кузнечное дело, что обидно. Септимы, карта... Ничего необычного, никаких секретных проходов. Почему-то так все заросло-то жестко. Тут, видимо, нету. Куча костей, которые меня пытаются убить, окей. Сприганы, конечно, красивые, когда живые. Ну, сприганы, атронахи, вот огненные, я прям обожаю, как они выглядят. Так, где Фолкрит? Думаете, я в Маркарт поеду на Тенегриве? Не. Пока мы в Темном Братстве, пытаться перемещаться как-то иначе бесполезно. Ну, не бесполезно, просто долго. Одно дело, когда я просто куда-то скачу, не знаю куда, ищу приключения. Другое дело, когда у нас есть какое-то конкретное задание, и его нужно выполнить. Вот он стоит. И чё ты здесь? Ну, куда едем? Так, я опять забыл немного, где это. По-моему, это предел. Поедешь без остановок? Или хочешь залезать в повозку и отчаливать? Нам нужно найти гурмана, поэтому... Ну, точнее, нам нужно его найти, убить, занять его место. Попасть на прием и убить императора. Ну, всего лишь тут, да, действительно, список заданий, он очень простой. Мне нравится, что все это делаю я. Никто из текущего состава этого конкретного Темного Братства. Хотя, судя по дневникам Цицерона, это там одно из последних убежищ Темного Братства, но неважно.
никто больше не участвовал в процессе. Ладно, кроме, хорошо, мужа Астрид, потому что он там немного пострадал, но он просто сражался с Цицероном. Там они все сражались с Цицероном. Так или иначе. У нас есть маленький вампир. Ну, ребенок, в смысле, вампир. У нас есть все на свете, и в итоге всем занимаюсь я. Ну, Маркарт. Маркарт не хочет меня пускать. Надо было посмотреть, наверное, какое-нибудь задание, может... С доставкой оружия, чем-нибудь еще. Процесс халявный, платят очень даже неплохо. Боги, на о боже. Напали прямо на улицу, у всех на глазах. С тобой все в порядке? Что произошло? Самая кровавая говядина в Киеве. Это так давно было, я уже особо не помню. Да все нормально. Тебе не нужно извиняться передо мной. Я просто надеюсь, что 8 подарят нам больше покоя в будущем. О, у тебя что-то выпало из кармана. Какая-то записка. По-моему, важная. Тебе что-то известно об этом нападении? А? Нет. Я просто вышел подышать свежим воздухом. Немного перебрал с медом в таверне «Серебряная кровь». Хогни Красная рука. Спохватился. У меня столько всего здесь. Записка Элтриса. Встретимся в святилище Талоса. Класс. Это именно то, что мне нужно было сейчас. Мне, если уж на то пошло, заговоров хватает. Конкретно в одном я принимаю сейчас участие. Ну, надо будет встретиться, чё? Гениальный, конечно, ход, просто на улице. В торговой точке, где... Максимальное количество людей. Закрыто, значит, есть тому причина. Типичный имперский враг. Ты хочешь увидеть ярла? Сперва вы собираете каких резких движений, ясно? Я не уверен, что именно ярла. Нет. Бретонец. Родился в Хайроке, а потом приехал сюда. Я не из предела. Ах да, Хайрок, родина высокой бретонской кухни. Кто ты? Чего ты хочешь? Гурман. Кто это и где его найти? Гурман? Никогда. Я не знаю, что привело тебя сюда, но ничто не заставит меня предать друга. Я унесу тайну имени Гурмана с собой в могилу. О, во имя Темного Братства это можно легко устроить. Темное Братство? Эй, постой-ка минутку. Давай не будем торопиться. То есть наверняка же мой друг не захотел бы, чтобы я рисковал жизнью, верно? Слушай, его зовут Балагог Гранолоб. Он орк.
Гурман — это орк. Он живет в таверне Ночные Ворота. Это все, что я знаю. Теперь отпусти меня. Хорошо? Значит, это все? Надо работать. Угу. Каким именно образом я должен это сделать? Просто каким? Нет, я могу... Это будет крайне тупо, вот с этой позиции. Просто выстрелить в него. Не обращай внимания на собак. Они нервничают, если их не покормить. Прекрасно, иди отсюда. Просто вот как будто они не узнают, что это я выстрелил. Что? Мне не знаю, у меня нет каких-нибудь... Чего-нибудь не знаю. Навыков заклинаний. О-о-о! Это да, это же тут же еще Ярвал совсем рядом. Это опасно. Ну, впрочем. Нет, все хорошо, они даже не успели понять. И никто не знает, кто я. Так, а где... Да ну только не говори мне, что где-то... Где он? Ночная... Я же не знаю, где это таверна. А-а-а! Обожаю. Это ли не лучший из возможных раскладов? Так, ладно, а что там с заговором узгоев тогда? Поскольку раз уж я здесь... Исхозная книга. То это дело не продвигалось очень многое время. Извини, что втягиваю тебя в наши маркерские дела, но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты подойдешь. Что именно ты имеешь в виду? Тебе нужны ответы? Мне тоже, как и всем остальным жителям города. Человек впадает в безумие прямо на рыночной площади. Всем известно, что он из изгоев, а стража ничего не предпринимает, только убирает трупы. И ты хочешь узнать, что за этим кроется? Все это продолжается уже много лет. И все, что я сумел раскопать, это кровь и смерть. Мне нужна помощь. Прошу тебя, выясни, почему на ту женщину напали. Кто стоит за Велином и изгоями? Я заплачу за любые сведения, что тебе удастся найти. В оба и держи ушки на макушке. Прости, что втягиваю в наши маркерские дела, скорее всего, означает больше прости, что ты как бы не из местных, и тебе особо не принципиально, видимо, местонахождение в Маркерте. Продолжительное.
Ну, я не знаю, что, жертве я задавал уже вопросы, она сказала, что особо ничего не знает. Так что как бы и что? Муравейник не для тебя. Верь мне. Я согласен. Омок, Гарви. В муравейнике нечего делать таким, как ты. Что тебе нужно? Ты знал Вейлина? О, да. Я всех знаю, кто живет в муравейнике. Я же ключи выдаю. Думаю, теперь его комнату займет кто-то другой. Мне нужен ключ от его комнаты. Ты уж извини, но ты не из наших. Ну, может быть так. Добро пожаловать в муравейник. До встречи. Естественно. Так, это вряд ли его комната. Сейчас должна быть комната Вейлина. Дегейн. Элтрис. Вейлин. Записочка, в которой у нас говорится, что я не могу найти, где она находится вообще. Как же у нас много всего здесь. Записка для Вейлина. Вейлин, тебя избрали, чтобы ты вселил ужас в сердца нордов. Завтра отправляйся на рынок, ты поймешь, что делать. И он понял. Правда, помер за это. Тебе здесь не понравится. Никому не нравится. Да я не собираюсь задерживаться, ребят. Думаете, у вас тут что, роскошно? Ты суешь нос не в свое дело. Хорошо. Пора преподать тебе урок. Опять ты? Прошлый урок уже забылся, да? Кто тебя послал? Кому-то не нравится, что ты задаешь много вопросов. Ну давай, посмотрим, чего ты стоишь. О-о-о! Это все, что умеешь! Сукин! В ближнем бою я еще не... Мужик, не мешайся. Проклятие! В ближнем бою еще проверочек не было. Да, мужик, не мешайся. Я-то что знаю, ты меня утомляешь. Нет. О, шелудивая зараза. Говори, или будешь общаться с богами. Меня послал Непус носатый. Приказы отдает он. Он велел мне убрать тебя с дороги. Больше я ничего не знаю, клянусь. Ну вот и вали, чтобы я тебя не видел больше. Всем же им до меня надо докопаться. Так, я, наверное, пока убийственный рецепт сниму, чтобы не запутаться. Не, просто, ребят, я докопаюсь до истины, вы думаете, что?
Думаете, раз есть темного братства, я позволю просто так убивать невинных людей? Как? Тут главное просто задать правильные вопросы правильным людям. Прошу прощения. Что тебе здесь нужно? Я к Непусу. У меня есть к нему пара вопросов. Нам не сообщили о твоем визите, а старику нужен отдых. Приходи в другое время. Постой. Все в порядке, дорогая. Пусти ее. Хм. Ладно, Непус. Он сказал. Заходи. Я прошу извинить мою хозяйку. Она иногда проявляет излишнюю заботу. Так что тебе нужно? Это ты подослал ко мне того бандита. Да, ты настоящая ищейка. Ну что ж, тебе удалось вычислить меня. Вот уже 20 лет я веду эту игру. Отправляю молодых и наивных на верную смерть. И все во имя изгоев. И я устал. Я так устал. Зачем? Потому что так велел мой король, Мадонак. Когда норды подавили восстание, они бросили его в шахты. Я не знаю, каким образом, но он выжил. Я получаю от него сообщение и беспрекословно выполняю его приказы. Спасибо за информацию. А это ваша ошибка? Не уверен. Так, давай-ка в здоровье и... И па-па-па, что же делать, да? Хороший вопрос. Легкую броню поднять, которая, кстати говоря, 50 уже. Нет, это не совсем то. Мне как бы сейчас особо ничего не поможет, наверное, хотя... Если одноручное оружие... Можно поднять урон одноручного оружия. И это будет очень полезно, я думаю. Еще есть... Да, урон на 25% больше обычного и критического урона, если атакуем цель со спины. Я тут сейчас никого со спины, конечно же, не атакую. А я умираю, судя по всему, да? Да. Ну, кто бы мог подумать. Всегда эта комната была дико опасным и очень тяжелым местом. Ну, просто именно пережить. То есть, мне урона-то хватает, а вот... Прошу прощения. Каким-то образом... Мы сообщили о твоем визите, а старику нужен отдых. Приходи в другое время. Постой. Все в порядке, дорогая. Пусти ее. Хм. Ладно, Непус. А вот каким образом выжить, я не уверен. Так, доступно повышение уровнем, я его использую. Она иногда... Да, вот это 20 лет, потому что я не знаю, каким образом, но он выжил. Я получаю от него сообщение и беспрекословно выполняю его приказы. Так а кто такой этот Мадонах? Он король в лохмотьях. Человек, в чьей власти был когда-то весь предел. Он разжигает ярость угнетенных. Приказывает им убивать врагов-изгоев во имя нашей победы. И все это из шахты Сидна, из Нордской тюрьмы. Какая ирония. Что за восстание, о котором ты говорил? Потому-то мы и зовем себя изгоями. Мы не можем вернуться на земли, которые принадлежат нам по праву.
Но когда норды воевали с эльфами, мы поняли, это наш шанс. Мы подняли великое восстание и изгнали нордов из предела. А потом появился Ульфрик со своими людьми. Всех нас, кто не успел бежать, казнили. Оставили в живых только короля, меня самого и еще нескольких. И ты с такой готовностью мне все это рассказываешь. Девочка моя, почему ты думаешь, что уйдешь отсюда живой? Тебя видели при входе. Девушка, что встречала тебя у двери, агент изгоев, переодетая служанкой. До тебя сюда уже приходили искатели правды. И после тебя тоже будут приходить. Прости, но я не могу оставить тебя в жизни. Сюда! Раньше! Хватит! Просто рассчитываю на эффекты, и они работают. Слушай, а шанс так громадный. Да от чего я-то горю, я не понимаю. Просто там уже такая проблема, что я уже гореть начинаю. А, что я прокачал? Ничего. Дыхаем. Три ключа у меня. Отдыхаем, ребятки. Этот бой вы точно проиграли. Кольцо роста генерирует 15 золота в час. Интересно, зачем? Это прям, наверное, богатым меня может сделать. Кто-нибудь еще здесь есть? Кого можно порезать? Или кто, может быть, хочет? Агенты изгоев. О, боже мой, сколько здесь всего. Да, ближний бой надо, конечно, подкачивать. Если бы это были мечи у меня в руках, наверное, было бы покомфортнее. Пустой сундук стоит, отлично. Есть журнальчик. Дневничок, так называемый, Непуса. Чувство вины начинает одолевать меня в преклонные годы. Столько юнцов отправлено на смерть. Все во имя изгоев, все во имя Мадонаха. Моего короля, который следит за нами из-за решетки в шахте Сидна. Как давно я тебе служу? Со дня восстания против нордов? Было ли время, когда наши судьбы не были омрачены всем этим насилием? Есть ли у меня выбор, кроме как следовать чужим указаниям? И он еще сомневался. Он сомневался и все это время отправлял... людей, молодых, очень. Просто на смерть. Да, заряд пропал. Ну, неплохой кинжал, конечно. Пользоваться им как именно зачарованием не самый удобный способ, потому что, ну, видно, два боя и заканчивается весь заряд. Разоряться на камне душ я особо не хочу. Он сильный, и у него неплохие статы для кинжала, поэтому я его так просто оставлю. Ну, иногда можно будет подзарядить. С пониманием, что какой-то может крутой бой. Просто это, ну, реально очень большой шанс. Там, ну, непонятно какой, но иногда срабатывает. И срабатывает очень хороший шанс. То есть, там буквально чуть ли не каждый второй, третий удар. Это попытка в эффект. И это может быть мгновенное убийство. Как правило, поджог, да, огня было много. Но все равно разные качественные эффекты. В бою, особенно с сильными противниками, очень полезная вещь. У меня как бы кровотечение, плюс еще можно накладывать огонь. И будет неплохо. Это что у меня осталось? Разузнать о Маргарет?
у кого. Я буду ювелиром, как мама и папа. Это таверна «Серебряная кровь». Угадай с трех раз, кто ее хозяин. Это у вас остановилась женщина по имени Маргарет? А, да. Сняла у нас лучшую комнату на целый месяц. По-моему, она сидит у огня. Бедняжка. А, ну да, я с тобой уже... В Маргарете это ты крови. С рынка. Что ты вообще делаешь в Маркерте? Я просто путешествую. У меня были здесь кое-какие дела. Вот и все. Мне кажется, ты что-то вскрываешь. Неужели так заметно? Проклятие. Похоже, я теряю хватку. Я агент генерала Тули. Мое задание — выяснить, что на самом деле происходит в сокровищнице и чем занимается семья «Серебряная кровь». Они владеют шахтой Сидна, одной из самых надежных тюрем в Скайриме. Я надеялась войти в дело или перекупить заведение, но, похоже, здесь дела ведутся по-другому. Помяни мое слово. За нападением на рынке стоит Тонар «Серебряная кровь». Заказчик он. Спасибо. Ты не могла сразу мне об этом сказать? В отличие от моего мужа, Филиппа. И они узнали, что она агент. Ты? Что я? Это ты тут вынюхиваешь? Вопросы задаешь. Брось это дело. А то на своей шкуре узнаешь, что бывает с теми, кто мутит воду. И что же будет? Мне просто очень интересно. Очень смешно. Это твое последнее предупреждение. Здесь мы следим за порядком. Не лезь в наши дела. Угу. Теперь я знаю, как вы следите за порядком, ребят. Я бы не сказал это слежкой. И уж тем более не за порядком. Если бы не я, Маргарет вообще бы не выжила. Начнем с этого. Кто тут у вас главный? Тебе нужен Тонар «Серебряная кровь». Он ведет все дела семьи. Но если ты здесь по какому-нибудь политическому делу, то тебе нужен его брат, Тонгвар. Он почти все время проводит в подкаменной крепости. Ну, получается, я к Тонару? Он просил, чтобы его никто не беспокоил. Он деловой человек. Ну, он... как бы мне очень нужен. Богатство здесь открывает любые двери. Проходи. Мне спасибо. Ты только скажи бабушке, если тебе что-нибудь понадобится, а, дорогуша? Угу. Что ты тут делаешь? Я же сказал, никаких посетителей. Я хочу поговорить о Маргарет. Про ту имперскую шпионку? Да-да, я знал. Сколько еще псов империя натравит на меня? Это мое дело, мой город. И не лезьте в мои дела, имперские лизоблюды. А теперь проваливай. А изгоя! Что? Боги мои, Бедрин! Оу! Так, по-моему, это ваши терки. Господи, кто здесь враг-то, кто нет? Давай!
видимо, все. Да я же случайно. Я так пощажу тебя. Пока что. Ну, это отлично. А у нее нет никаких там, не знаю, записок. Ключ от сокровищницы. Ничего у нее нету. Ни планы, ни приказы. Ты кое-что пропустила, у тебя есть работа, я думаю. Так, надо просто пойти и рассказать, наверное, все это дело, которое крайне неочевидное. Так, куда? Я постоянно буду путаться в маркерте. Опять сюда? Зачем? А, разузнать о Тоннере. Потрясающе. Подожди, а почему разузнать о Тоннере? Что? Муравейник не для тебя. Моя жена. Они убили ее. Почему ты здесь? Будь проклят Мадонах. И будь прокляты его изгои. Ну, это мне жаль. Ничего тебе не жаль, не ври. Ты хочешь узнать, кто такие изгои на самом деле? Они мои марионетки. Их король гниет у меня в Сидне. Он должен был держать их под контролем. Ты заключил с ними сделку? Когда их восстание подавили, я велел привести Мадонаха ко мне. Он был прямо дикий зверь, но мог быть мне полезен. Я предложил ему жизнь в обмен на то, что он поможет мне убирать тех, кто мне мешает. Конкурентов, шпионов, просто идиотов. Поэтому я и позволил ему управлять остатками его изгоев, их восстанием, прямо из шахты Сидна. Но теперь он вышел из-под контроля. Ну, если хочешь, я могу его убрать. Как видишь, я по специальности. Что тебе еще надо, проклятая ищейка? Это все твоя вина. Вы с Мадонахом просто животные. И вы у меня оба за это в Сидне сгниете. А теперь вон из моего дома. Я не уверен, что это твой дом, ладно. Я просто пытаюсь. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы убийства прекратились. Тут, конечно, судя по рассказам, обе стороны можно понять. Ну, в смысле, если, ну, изгоев выперли из города, и они просто не могут тут находиться, и буквально им приходится становиться изгоями, то понятна их мотивация для того, чтобы пытаться как-то вернуть себе, да, права и так далее. Но они такими радикальными методами этим занимаются. Мы ведь тебя предупреждали. Опять за свое. Теперь нам придется повесить все последние убийства на тебя. Свидетельские показания править, улики подкидывать. Эх, сколько же работы! Что вы сделали с Элдресом? То же самое, что и со всеми дикарями, которым не нравятся наши порядки. Тоннер и Мадонах все держали на мази, пока вы с Элдресом не начали свои поиски правды. Что ж, тебе хотелось узнать, кто стоит за убийствами. Ты с ним встретишься в шахте Сидна. Успеешь даже подружиться с королем в лохмотьях. Вы до смерти не расстанетесь. Хорошо. Ты больше никогда не увидишь солнца, понятно? Из Сидна еще никто не убежал. Да-да-да. Да-да-да. Верь в это, дружочек. Ну что, арестант, смотреть вперед! Ты теперь в шахте Сидна, и кормежку ты нам отработаешь.
Тут ты не будешь на нарах задницу просиживать. Пахать надо. Будешь добывать руду, пока серебряные слитки горлом не пойдут. Ясно тебе? И, прошу прощения, у меня проблемы со слухом, больные уши. Не умничай тут у меня. Здесь я главная. Будешь выпендриваться, отрежу пальцы на ногах. Отлично. Открывай. Эй, ты, иди сюда. Взять бы этот слиток и тебе голову им разбить. Ну ладно. Так, у меня все отобрали. Все отобрали. Здрасте, господа. Мне нужен Мадонах. Я решу проблему по-своему. Когда меня забрали, у меня оставалась дочь, Уэйл. Тебя за что загребли, свежачок? Да так. По ошибке? Вот и меня так в первый раз. Правда, остальное я уже честно заработал. Мой совет? Отбывай срок с киркой в руке и выйдешь. Зачем тебе заточка в брюхе из-за бутылки скумы? Где здесь найти Мадонаха? Если ты не знаешь, значит, ты здесь недавно. Не повезло, дружок. Стражники продали тебя за милую душу. Боюсь, с Мадонахом будет трудно встретиться. Сперва придется иметь дело с Баркулом-зверем. А ты не захочешь связываться с Баркулом. А где тут стражники? Они приходят раз в неделю. Убрать трупы, забрать руду и избить буйных. И еду они приносят только тогда. А если мы добыли недостаточно руды, нас вообще не кормят. А за что именно тебя посадили? Я понял, что по ошибке, но... Я служил одному благородному норду, и его убили. Убил не я, но я знал, что меня обвинят. Я сбежал, пришел к изгоям, начал убивать. Меня поймали, и вот я здесь. До встречи. Баркул, это у нас ты? Свежее мясо. Нежное. Сочное. Каково было убить своего первого, а? Ну, как бы это тупо не звучало, но я не то чтобы прям вот убийца. Врешь. Не безжалостно, во всяком случае. А, мне нужно поговорить с Мадонахом. Ты хочешь поговорить с королем в лохмотьях? Ладно. Но заплати за доступ к телу. Я вот хочу заточку. Не то, чтобы она мне так уж нужна, но пригодится, если вдруг кого-то надо будет подточить. А не хочешь, чтобы я потом тебе заплатил за проход? Да-да, разворачивайся и топай. Ну, в принципе, логично, да, вам тут деньги-то зачем? Заточка. Есть кирка, кстати говоря, которую, если что, можно использовать как оружие. Нечего привет. Тут болтать, а то другие на нас озираются. Так у него есть. Ты давно тут сидишь? Сколько же лет? 6 или 7 уже. Удивляюсь, как я сам еще глотку себе не перерезал. Но что-то меня держит. До встречи. У тебя есть заточка, да? Я просто... интересуюсь. А, у него скума потрясно. Так у тебя есть заточка. Тянуть у него с пояса не получится, видимо. Может, скумы ему заплатить. Правда, если этот поймает... Ярл решил, что меня уже не исправить. Бросил меня сюда вместе с изгоями. Т-
Тебя за что посадили? Первый раз за кражу. Второй раз за кражу. Третий раз за кражу. Как-то оно так и идет. До встречи. И у него есть заточка? Меня сюда отправили, потому что кто-то донес, что я изгой. И тебя посадили именно за это? Стража говорит, я кого-то убил. Я просто отсыпался после попойки в теткином доме, но меня все равно арестовали. Я даже не знаю, кого убили-то. Ну, в общем-то, как и на меня тоже попытались сбросить. Схватишься за заточку рядом со мной, пожалеем оба. Ты за что сидишь? Не хочу об этом говорить. Ладно. Интересно. Так у вас есть заточки, ребят. Мне надо как-нибудь просто одну стащить и все. Когда меня забрали, у меня оставалось... Интересно, сколько ей теперь лет? В тюрьме быстро теряешь счет времени. Здесь можно где-нибудь взять заточку? Маленький клинок. Легко спрятать. То есть, конечно, ты можешь кому-нибудь и киркой голову проломить. Но кирки люди обычно сразу замечают. Кто-то из каторжников тебя донимает? Заведи себе заточку. Говорят, у Грисвора есть запасная. Может, выпросишь у него. Да тут у всех теперь есть прости, основная. Так, я, наверное, все-таки попробую стянуть скуму. Мне кажется, что местные каторжники могут пожелать себе такого. Я, конечно, не мастер в карманных кражах, и это может аукнуться немного неприятно, но типа 42%. Печально. Маги! Не, маги — это нечестно. Ну, а вот и заточка. Убью. За что? Напрягись. Так, классно. Они как-то узнали, что я... Это немного тупо, честно говоря, но... Так меня не устраивает раскладик. Ладно, пойдем поговорим. Просто он, скорее всего... Потребует скуму или что-нибудь такое. Я просто не понимаю, ну вот я убил там, да, и что? Ты-то как об этом узнал? И почему внезапно я должен умереть за это? А. Не то сохранение. Когда меня забрали, у меня оставалась дочь, Уэйл. Да подожди. Пробраться. Я просто очередной изгой, которого бросили гнить в шахте. Будто... Заключенные проносы. Скума, я знаю, что такое, спасибо, а как мне... Это наша единственная валюта. Ярл решит... У Грисвора? Слишком много раз меня сажали. Теперь вот дали пожизненное. Мне нужна заточка. А, о защите думаешь? Могу достать то, что тебе нужно. Но сперва, может, ты мне поможешь? У Дуаха есть бутылка скумы из чистейшего лунного сахара. Я как о ней подумаю, аж руки трясутся. Ну, я добуду. Спасибо, друг. Не волнуйся. Скоро получишь свою заточку. До встречи. Ну вот опять же, да? То есть залезть к нему в карман и вытащить у него заточку я не могу. Хотя как бы, ну, у него есть заточка. Тут у тебя... Ладно, у него кирка. Заточка все-таки будет поэффективнее. Так. Говорят, у тебя есть скума. Еще раз на меня глянешь, я тебя порешу. Это моя скума. Но мне нужно немного, ну, хоть чуть-чуть. Вали отсюда, жертва скумы. Ладно, забудь. Вот это правильно.
Да что ж такое? Ну, типа, смысл с ним драться? Такой довольно тупой момент. Если я начинаю с ним драться, значит, меня будут пытаться все тут убить. Значит, придется воровать, пока не получится. Ну, 42%, ну, пожалуйста. Ну, это, типа, каждый третий точно должен быть. А я не могу? У меня в навыках там что? У меня просто... У меня две способности, и можно карманные кражи. Это повышает успех карманных краж на 20%. И переносимый вес на 50 единиц. Так. 62. Спасибо. Как вовремя-то я про это вспомнил. Ну, я правда не думал, что прям 20% мне это зарешает, но... Хорошо. Ярл решил, что меня уже не исправить. Бросил меня сюда вместе с изгоями. Вот твоя скума. Вот твоя заточка. Обещай, что мне не нужно ее бояться, ладно? Да, не парься. Ага. Хм. Я, наверное, все-таки, пожалуй, пойду возьму себе кирку, потому что заточку я сейчас отдам, а оружия у меня не будет, а Мадонах мне нужен мертвый. Что? Что, что? С Мадонахом мне надо поговорить. Есть чем заплатить за проход? Заточка, одна штука. Вот твоя заточка. Ладно, заходи, но чтоб без глупостей. Мадонах умнее, чем ты думаешь. Конечно. До встречи. А я хитрее, чем ты думаешь. О. Привет, дядь. Так-так, вы только посмотрите. Твои же братья превратили тебя в дикого зверя, Норд. Заперли в клетке и оставили сходить с ума. Ну что, зверь, что ты хочешь от такого же зверя? Узнать правду об изгоях? Отомстить тем, кто хотел тебя убить? Ну, во-первых, я хочу вернуть себе свободу. Свободу тебе подавай? Ну, конечно. Но даже если ты сможешь бежать из Сидны, твое имя все равно будет запятнано кровью. Ты теперь там же, где и все мы, понимаешь? В рабстве. В рабстве под пятой твоих же собратьев. Если ты это поймешь, тогда, быть может, я смогу помочь тебе. Я как-нибудь обойдусь без твоей помощи. Многие, очень многие так говорили, пока не осознавали правды. Если передумаешь... Поговори с Брейгом. Скажи ему, что ты от меня. Я хочу показать тебе, как чудовищна несправедливость, что царит в Маркарте. Ну хорошо, расскажи мне о Тонере. Я захватил Маркарт. Мы изгнали нордов. Мы победили. Так нам казалось. Возмездие было быстрым. Меня схватили, предали скорому суду и приговорили к смерти. Но казни я так и не дождался. Вмешался Тонор Серебряная Кровь. Он хотел помыкать изгоями. Хотел, чтобы я направлял их гнев на его врагов и не трогал его друзей. Я согласился. Сперва это было унизительно, но я знал, что со временем он утратит осторожность. Привыкнет к мысли о том, что я ему покорен. Но мне еще было бы интересно выслушать прям конкретно твою версию об изгоях. Это была наша земля. Мы пришли сюда первыми. Но потом появились норды и заковали нас в цепи. Запретили нам молиться нашим богам. Некоторые из нас отказались покориться. Мы знали, что вернем себе свои земли, если будем верны древним традициям. Так и появились мы, изгои. Преступники на собственной земле. И мы освободим предел. Пусть даже придется весь его залить кровью. Мы сражаемся за наш народ. Ну пойдем выслушаем историю.
которая должна переубедить меня в том, что вот эти все ребята — это незаконченные твари. А, это тот, который не хотел мне говорить ни о чем. Мадонах попросил, чтобы ты рассказал мне свою историю. Моя история, говоришь? У каждого в Сидне есть своя история. Давай сперва послушаем твою. Когда на тебя в первый раз нацепили кандалы? Не было такого особо. Ладно. Не говори, если не хочешь. Но я по глазам вижу. Не бывает таких глаз у тех, кто не смотрел в лицо палачу. У тебя есть семья? Снаружи тебя кто-нибудь ждет? Ну, у меня есть друзья. Другой семьи мне не надо. У меня была дочь. В этом году ей бы исполнилось 23. Была бы замужем за каким-нибудь вспыльчивым мастером по серебру. А может быть, жила бы одна и училась бы травничеству. Нордам было все равно, участвовал ты в восстании или нет. Я один раз говорил с Мадонахом, им этого хватило. Но моя малышка Этра не хотела, чтобы папа умер. Она умоляла Ярла забрать ее вместо меня. Они заставили меня смотреть, как ее голова покатилась с плахи. А потом бросили меня сюда, добывать для них серебро. И давно ты здесь? Достаточно давно. Ну... До встречи! Это, конечно, все грустно и... Конкретно... Те норды, они, конечно, уроды, но какой смысл делить людей по происхождению, если по большему счету разницы никакой нет. Ну, я имею в виду, им, конечно, сложно как-то по-другому заниматься тем, чем они занимаются, но в конце концов они опустились на тот же самый уровень. Поэтому извини, Мадонах, ты нужен мне неживой. О! Мне бы оружие нормальное. Что у тебя там? Что ты писал? Я вам всем обещал, что мы вместе сбежим из шахты Сидны, и я нашел способ. Если я умру прежде, чем мне удастся вам его показать, осмотрите камеры возле моей комнаты. Возьмите мой ключ. Там есть ведущий в город тоннель, который... через который вы можете выбраться. Мадонах. Отныне мертвый Мадонах. Ключ? Ключ я у него взял. При этом я бы хотел избавиться от несправедливости в городе тоже. Правда, я не уверен, как именно это делать. Начать с Тонора. Пообщаться. Теперь они поймут, что посадить меня невозможно. Тем более Мадонах ему мешал. Он, конечно, так и не сказал о том, что... ему прям конкретно нужна моя помощь в его убийстве. Но тогда в нем говорило горе, у него умерла жена. И убили ее изгоя, я думаю, он будет рад, что он мертв. Вот это вот я не уверен, как решать эту проблему.
Вы тупые, вы глухие, вы... Нет. Тут слишком светло. А, подожди, а выход где? А здесь что? Ничего? Валяй отсюда. Это какие-то и правда тупенькие пауки. Не, только не Двеймера. Вот это вот прям не надо мне сейчас. Центуриона нет, да? И это хорошо. Хотя он мог быть здесь. Сферы. Активированные сферы. Просто металлолом и камни душ не самые нужные. Да, вот тут, конечно, успехов. Изгуем выбраться отсюда, тем более без предводительства Мадонаха. Не знаю, как они сориентируются. Вряд ли они смогут это сделать. Через двеймерские механизмы. Пауков. Ну, пауки еще ладно. Но вот древние сферы — это слишком сильные противники. У них просто банально нет снаряжения, и что они смогут сделать? Примерно ничего. Кикирками накинуться на сферу? Я вас умоляю. Отчаянно. Крайне тупо. И, скорее всего, смертельно. Мои осведомители в Сидне сообщают, что Мадонах мертв. Но, да. Это огромная услуга для клана Серебряной Крови. Я уже позаботился о том, чтобы Ярл официально помиловал тебя и уладил парочку других дел. Ты же и приказал своим громилам бросить меня в шахту. И как оказалось, я совершил гениальный тактический ход. Не смотри на меня так. Ты можешь идти на все четыре стороны. А кстати, как насчет небольшой награды за труды? Вот это мое фамильное кольцо. И я верну тебе все вещи, что отобрали стражники при аресте. А теперь прошу прощения, у меня на шахте работать некому. Чё, некому? Я только Мадонаха убил, он так и так там не работал. О боже, у меня же столько всего, я сейчас разберусь здесь еще. Надо переодеться. Нужно понять мое кольцо. Оружие и броня улучшаются на 15% лучше. Ну, то есть это для кузнечного дела. Это вообще можно выкидывать. Так, амулетик у меня стоял, наверное, на стамину, но я, учитывая, что тут 10, я, наверное, поставлю все-таки дебилла, потому что красноречие 15 пунктов — это очень хорошо. И какое-то было у меня кольцо. А какое было у меня кольцо? Явно не это, стамины. А, нет, у меня стояло кольцо, чтобы легкая броня была на 12 пунктов эффективнее. Ну, по оружию очевидно, по оружию можно... Получается, вот так, вот так. Отмываться надо идти. Ну, как-то так закончилось расследование. Не самым, не знаю, тут нету какого-то однозначного решения. Никогда не было. Если бы эти уроды Элтриса бы еще не убили. Который вообще ни в чем не виноват. В
Привет. Не произошло убийство. Грохнули старушку, хозяйку приюта. Должно быть, несчастные сироты рыдают от горя. О, да. На той 100%. Там такая была воспитательница, просто... святая женщина. Ну, кстати, новая продолжает предлагать усыновление или удочерение. Это интересно, но у меня нету ни дома, ни с какого-то, ну, постоянного места жительства, я имею в виду. В наших там казармах темного братства вряд ли ребенку будет комфортно жить. Так, нужно отмываться от кровища. Я только что просто, только что бывал в прекрасном месте. Поэтому надо прям полностью. Холодненькая. Хоть и не полноценно, но хоть как-то. Опять же, нормальные ванны смогу принимать только когда нормальный дом появится. Так, да, неплохо. Кровище, конечно, покрывает просто моментально. Мы с тобой едем, друг мой хороший, в... Куда мы с тобой едем? Мы с тобой едем в Хаффингер? Без остановок? Или хочешь остановиться где-то по дороге? Ошибочка. Мы с тобой едем... Ну, куда едем? В Хьялмар. Поедем без остановок? Или хочешь остановиться где-то по дороге? Это тоже ошибочка. А где Винхельм? Ну, куда едем? Фолкри, Трифт, Вейтран. Поедем получается без сюда? Да, мне нужен Винхельм. Потому что при всем при этом заказ остается заказом. Нужно избавиться от гурмана, потому что последний этап, последние приготовления к операции должны быть совершены, только потом уже возвращаться в Фолкрит. У меня может какой-то заказ темного братства пройти без приключений? Просто интересно. Каждый раз в поисках цели я напарываюсь на какое-то неизвестное сопротивление, совершенно с другой стороны. То по пути встречается доидрический артефакт, то, блин, вот это со сгоями. Где Тенегриф? Привет, мой хороший. А никто не задается вопросом, почему у меня там лошадь с красными глазами? Никого это не пугает? Ну так, вдруг. Я не думаю, что это какое-то обычное зрелище, что все к нему привыкли. Так, ну если что, можно будет прям... Да, прям с Тенегрива. Вести войну не самый удобный, конечно, метод. Целиться с лука на движущейся лошади — это не очень удобно. Тут мы совершали одно из первых убийств по заказу темного братства. Когда же это уже закончится? Когда Скай сможет заняться тем, что... не вызывает у нее такое количество сомнений. Возможно, Мара отправила Скай в темное братство, чтобы о чем-то подумать. Сделать какие-то выводы. Для начала она предрешила судьбу, как будто вот все, ты... Ты убийца. Ассасин темного братства. Твоя задача — убивать людей по заказу. Не задавая вопросов.
без сомнений и без жалости. Но... как это не работает? Ну, потому что, правда, если поговорить с всеми остальными членами, то они немножечко на голову отбиты. Им именно нравится убивать. Им нравится это как процесс. Так, а гурман находится в таверне. Что ж, я не большой фанат убивать людей в таверне. Опять же, потому что неудобно. Это просто таверна. Кстати, вполне себе милая атмосферная таверна. Непонятно, правда, кому она может понадобиться. Путникам, которые перемещаются, откуда получается, это из Виндхельма в сторону там Данстара? Куда-то туда. Да, меня интересует один товарищ, который у вас тут живет. А, привет, привет. Что привело тебя в ночные ворота? Хочешь поесть или переночевать? Да я так. Если просто пока нужно, кричи. Посижу, похожу, посмотрю. Ну, бью кое-кого. А почему он в подвале? Типа он здесь живет как, на ПМЖ? Так, ты орк. Но ты орк-кулинар. Вряд ли ты попробуешь какие-то проблемы вызвать. Прости, дорогой, ты должен умереть. Грамота. Это мне все понадобится. Так, а можно спрятать еще твое тело? Ну, было бы неплохо. Хотя, рано или поздно его найдут. Легенда дома Крейтли. Не совсем то, что мне нужно, но хорошо. А поваренной книги у тебя нету, да? Ну, даже не знаю. Могу просто спрятать его куда-нибудь здесь за сеном или за коробками. Можно просто сжечь тело, кстати. И правда. Мне кажется, это хорошая идея. И тогда никто точно не узнает, кем он был. Если он очень сильно сохраняет свою конфиденциальность, то вряд ли кто-то в таверне знал, что это был именно тот самый гурман. Так что можно возвращаться, да? Тенегриф, ты где? Синегриф, ты опять меня бросил. Да что ж такое, и где я теперь? Ага. Тут Ральтбтхар, как это выговорить вообще? Камневой, но нет, я, наверное, не побегу сейчас к Вайтрану. Я бы хотел вернуть лошадь. Где мой красавец, ну куда он? Да он постоянно уходит. Кстати, вот в ближнем, да, я убил? А нет, смотри, крови практически нету. Удивительно. Ладно, придется возвращаться в Виндхельм пешком, судя по всему. О, тенегриф. Ленивая жопа, он на месте остается стоять.
так и не смогу. Все, прямиком обратно в Фолкрит, в Темное Братство. Не буду я отвлекаться на какие-то вещи. А, легкая броня. Почему легкая броня иногда самостоятельно просто поднимается? Ребят, там саблезуб сзади меня, вы бы уходили. Сообщение было, мы получили 50 уровень легкой брони. Это значит, что мне дали дополнительный перк, который можно будет потратить. Я думаю, может быть, даже туда его и сдать. Почему бы и нет? Я хоть и пытаюсь более-менее прокачиваться равномерно, чтобы все навыки нашего подобного, да, вот стиля игры учитывать и развивать, надо все-таки как-то сконцентрироваться на определенных вещах. То есть мне нужно побольше поинтов все-таки вкладывать в лук. В ближний бой, наверное, не так важно, потому что кинжалы, они усиляются и прокачиваются, правда, в стелсе, да, но все же в скрытности. И вот все-таки две основные ветки у меня должны быть: скрытность и лук. Лучное мастерство. Кузнечная атака в процессе, на фоне. Я там все равно дальше первого навыка пока что ничего не могу сделать. Красноречие — аналогичная история. Красноречие проще улучшать, наверное, только во время продажи или покупки предметов. Ну, торговля. Учитывая, в каком состоянии я каждый раз с ними разговариваю, пытаться как-то убеждать кого-то или угрожать не очень работает. Да? Мы едем в Фолкрит. Ну, куда едем? Без вопросов. Поедем без остановок? Без остановок. Если бы Астрид знала о половине хотя бы вещах, которые я делаю ради этого гребаного темного братства, она бы платила мне больше за заказы. Просто я убил одного из самых вообще важных кулинаров во всем. Странно, что это орк. Но это один из самых важных кулинаров, блин, во всем Тамриэле. Ну, кстати, неудивительно, что он в такой секретности. В конце концов, быть орком. Супер боевая раса. Воины. Лучшие воины. Ну, самые отбитые, но самые сильные, пожалуй. А я кулинар. Я буду готовить еду для аристократов. На этот раз без происшествий, надеюсь, пока меня не было. Или к вам дракон залетел, сжег все запасы и всех. Сестра? Да, сестра. Выполнила задание, сестра. Опять очередное. Ты чё истекаешь кровью? Живи. Ты, наверное, о моем маленьком приключении на корабле. Мне больше всего понравилась история с отрубленной головой. Мои поздравления. Что? Вы думаете, я слишком стар и немощен? А мне больше опыта, чем в любых двух из вас, щенков, вместе взятых. Не сомневаюсь.
Вот и наше смертоносное чудо. Как там Гурме? Он мертв. Так я и понял. Кажется, некий орк бесследно пропал. А это значит, что тебе удалось не только убить Гурме, но и избавиться от его тела. И грамота тоже у тебя, как я вижу. Отлично, отлично. А еще говорят, что повар Маркарти встретил безвременную смерть. Все исполнено точно. А с чего ты взял, что он орк? Я ничего не говорил про это. А ты ожидаешь от слышащего чего-то меньшего? Я в тебе ошибся. Теперь сомнений нет. Наверное, мы все ошибались. Вот твоя награда. И еще кое-что от меня. Считай, что это я так извиняюсь. Ну, за скупость свою. Это кольцо ночного ткача. Я его носил много лет. А теперь хочу отдать тебе. Колдовать лучше будешь и от врагов прятаться. А теперь иди и поговори с Астрид. Пора. Пора начинать последний этап этой великой и славной операции. Ну, за кольцо, конечно, спасибо, но я не колдую. А, ну еще скрытность, кстати, на 10% более эффективна. И заклинание разрушения, и зачарование стоят на 10% меньше. Ну, это кольцо получается для правой руки, да? То есть я это не снимаю. Но на 10% скрытность полезнее, это, конечно, аргумент, чтобы его надеть. Астрид, мы готовы. Мы сделали все. Значит, дело сделано. Гурман мертв. А теперь идти Тмит второй в двух шагах от гибели. Пора. Мы готовы убивать императора? Еще как. И я решила, что эта честь достанется тебе. Хм. Ты прям-таки излучаешь спокойствие и уверенность. Тебе на роду написано совершить этот подвиг. Приступим. Отправляйся в мрачный замок в Солитьюде. Покажи грамоту Гурмана начальнику охраны, командиру Марону. Наверняка ты его помнишь. Ты получишь доступ на кухню, а затем и к императору. Ты будешь притворяться поваром, так что тебе легко будет отравить еду. Какой именно яд мне использовать? Вот, возьми. Это корень жарницы. Хватит одной ложечки, смерть наступит почти мгновенно. Император будет служить Ситизу, прежде чем поймет, что умер. После того, как Мит будет убит, беги через верхнюю дверь наружу, а потом по мосту. Я договорилась, что его не будут охранять, когда поднимут тревогу. Иди, друг мой, иди и исполни свою судьбу слышащего. Что-нибудь еще, может быть, скажешь на дорожку? Все пошло в ход. Долги, взятки, шантаж. Но я все организовала. Ты сможешь уйти из крепости. Следуй моим указаниям, и темное братство возродится во всей славе. И все благодаря тебе, слышащий. Ну... Береги себя. Это же Мать Ночи так приказала. Ну что ж, это будет... Опять мы здесь, да? Опять я здесь. Это будет последнее задание в ветке Темного Братства, и мы закончим с этой гильдией навсегда. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. В любом случае, на этом пока что все. Мы сразились. Мы практически ничего не получили, но за все заказы почему-то платят только 750. Я не знаю почему, и, кстати, у нас там есть же... Сколько? Еще два, наверное, да? У меня две способности, которые было бы неплохо прокачать. Тут у меня остается только медвежий капкан, который... Нет уж, спасибо. Растяжка мне мало интересна. Этот навык...
Урон кинжалами на 25% больше обычного и критического урона, если атакуете цель со спины. Если я атакую цель со спины кинжалом, она, как правило, не выживает. Там 18-кратный урон. Я думаю, что можно влиться во что-то более интересное. Нажатие блока приближает, на трупах вдвое больше стрел и болтов, что, кстати, интересно, я могу это прокачать. Твердая рука мне не особо нужна. Игнор брони противника. Если вы замираете на месте более чем на 6 секунд, лук и арбалет наносят на 25% больше урона, пока вы не двигаетесь. Одноручку поднять до второго уровня, чтобы я на 50% больше урона ближним оружием наносил, было бы интересно, потому что урона от кинжалов и так нет. Угу. Но можно легкую броню поднять. При полном здоровье на 10% меньше удар, урона. Типа на первый удар только получается будет действовать. Увеличивает урон без оружия. Не знаю, поднимать-то как-то надо. Необходимо, кстати, почему-то не пишет, что именно. Какой там именно уровень. Даже не знаю. Красноречие 42, кстати, говорю. А, подожди, красноречие 42, на самом деле 27. Нормально? Трубадур наделяет вас способностью представления. Один раз в день вы можете исполнить мелодию, развлекающую до 5 человек в пределах 50 футов, с которых вы собираете пожертвования, зависящие от вашего навыка красноречия и имеющегося у них золота. Каждый ваш крик... Ну, с криками пока что нет смысла даже начинать что-то делать. Не знаю. Как будто бы хочется оставить. А вот это что? Надета легкая броня, ничего не весит и не замедляет ваше движение. А сейчас оно замедляет? Я хочу стрельбу. А, наверное, я, поэтому мы прокачаем твердую руку. Потому что мне нравится бережливый охотник. Я бы хотел больше стрел находить, они у меня так... Учитывая, как я стреляю, рано или поздно закончатся. Вот, а на этом пока что все. Так что... Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.